Сегодня у нас 17 августа 2017 года. Здесь мы находимся между первым и вторым мостиком. Это вот Игнатьевич поставил палочки, что здесь находится пасынок. Вот он, для Игоря Барабаша. Вот он лежит, прутья вот видно. Вот он. Второй уже колышек поставил. Вот дамба вот эта, второго мостика у нас. Так называемого. Вот. Вся трудность еще в чем заключается? Что с тобой от трассы, вот она идет, трасса видно, где вот на этот столб. Вот. Вот я стою где. Но это совсем в стороне, в створ не попадает. Там машина вон идет, пусть проедет, я тогда пойду. При ней даже я буду спускать все вниз, подниму флажок. Видишь как? И там такой камыш, я вот по дорожку проделал, вот посмотришь как, сверху. А потом спустишься до уровня камыша и поглядишь, как меня там видно нет. Это что, не Сашка едет? Может быть, не знаю. Не может быть. Ну давай помаленьку двигаемся. Ты как бы стой на берегу потихоньку. Угу. Пасынки. Зашел в камыши. Вот он их прошел. Гони велосипеды. Ладно. Слава Христу. Вот проехал я дамбу. Вон Игнатьевич идет уже. Вон он где проходит. Он пришел через камыши, он в том месте. Вот вышел на этот столбушок и вот отсюда идет туда он. Через овраги эти. Интересно, летают, кричат. Какие большие птицы. Он какой высокий. Солодки. Вот это солодка, корень ее. Вот все, обошел. Пошел почти до деревьев, туда далеко. Там больше нигде нету. То ли утащили, то ли что. Давай-ка съездим дальше, посмотрим. Чья машина прошла? Не наша? Не видел. Какой-то шла, которая? Какой-то серый УАЗик.
Какой-то. Он какой-то другой, это не Сашкин. Ну сейчас их сейчас поехала вот эта маленькая машина, ты видел? Видел, я говорю. Еще она не наша? Нет. Ну поехали. Маленько тут пешком. Потому что кто-то пахал.